В столице летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро слышны выстрелы. В элитном клубе этой ночью произошел конфликт между местными жителями и иностранными журналистами. Съемочная группа приехала в заведение, чтобы сделать материал о ночной жизни города. Видимо, это не понравилось посетителям, и один из них даже выстрелил журналиста. Пуля повредила легкое, мужчину отправили в местную больницу.